Как создаются программы и выходят новости в прямой эфир? Ответы на эти вопросы получили ученики нового потока школьного телевидения «Интерес ТВ». Группа юных журналистов из гимназии номер 16 побывала в гостях у телеканала ЛРТ и узнала, что скрывается по ту сторону камеры. Смотрите, вот это называется зеленое полотно хромаки. Что такое хрома? Канал. Нет, хрома – это цвет. Окей? С чего начинается телевидение? О жизни одной из самых интересных сфер начинающим телевизионщикам поведали опытные журналисты. Штурманом экскурсионного корабля стала главный редактор телеканала Елена Кирсанова. Сразу же ребят ждали сюрпризы и волшебство телепроизводства. В студии они ощутили себя ведущими. 2, 1, в студии. Здравствуйте, дорогие телезрители. С вами в студии Кирилл Ростнов. Эфир завалили, начинаем заново. До настоящего прямого эфира считанные минуты. Гости ЛРТ переходят в самое сердце телеканала. Отсюда в дома зрителей попадает сигнал. Важный человек, выпускающий, Николай, который постоянно следит за тем, чтобы был правильно сигнал, чтобы сигнал шел верно к нашим зрителям. Если будут какие-то накладки, то, к сожалению, тогда начнутся проблемы с показом телевизионных каналов. В виртуальной студии уже ведущая. На экране ребята смотрели на ее работу, попутно узнавая о тонкостях. А после выпуска неустанно задавали ей вопросы, касающиеся профессии, о которой мечтают многие. Перед каждым, без исключения, эфиром я делаю определенные упражнения. То есть это упражнения для губ, для языка. И скороговорки – это самое основное. Откуда берутся тексты в суфлёре? Кто делает новостные сюжеты и целые программы? Корреспондентских дел мастер Дарья Борисова рассказала школьникам о секретах, которые позволяют интересно сплетать события в сильные телевизионные тексты. Фрагменты интервью, какие-то лайфы, что-то интересное и закадровыми текстами от одного к другому подвести. Всегда позитивные сотрудники монтажного отдела ЛРТ и вовсе показали ребятам чудеса, как рисуется графика, складываются видеоряд и получается конечный продукт, который увидит зритель. В завершении экскурсии визит генеральному директору телеканала. Екатерина Дегтярева рассказала, на что ребятам стоит обратить внимание в обучении, а юные телевизионщики и их руководители поделились впечатлениями. Я хожу каждый год я узнаю что-то новое. Большое спасибо Елене, была сегодня очень интересная, содержательная экскурсия. И даже как нашу задачу, как руководителя школьной студии, она прям сегодня облегчила. Гимназия «Интерес» и телеканал ЛРТ – давние друзья. Многие выпускники освоили азы профессии именно благодаря этому сотрудничеству. Новая группа «Интерес ТВ» продолжит занятия в своей школьной студии. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.